текущем году планируется обеспечить жильем 54 тысячи семей. В частности, по государственной ипотечной программе будет построено 45 тысяч домов. Данные были озвучены в марте месяце на видеосекторном совещании, посвященном мерам по развитию жилищного строительства и ипотечного рынка. В частности, в Сурхандаринской области запланировано построить порядка 3990 домов. Дильфуза Мадаминова на примере Динауского района. Согласно статистическим данным, в первом квартале текущего года постоянное население страны увеличилось на 136,7 тысяч человек. Ежемесячно средний прирост составляет 45 тысяч, а ежедневно постоянное население увеличивается в среднем на 1500 человек. Демографический рост естественным образом приводит к росту спроса на жилье. Ожидается, что текущий год станет историческим периодом в строительстве жилых домов в нашей стране, в частности многоэтажек. Только в Динауском районе в 2021 планируется возвести около 60 многоэтажных домов с различной финансовой базой. На сегодняшний день строительные работы идут полным ходом. Еще месяц назад не только в Денау, но и в Сурхандаринской области не было такого многоэтажного жилого комплекса. На основе государственной программы на 2017-2020 годы для малообеспеченных слоев населения инжиниринговая компания «Ус-Шахар Курылыш Инвест» построила в регионе 41 многоквартирный жилой дом на 1674 квартир. Из них 29 семиэтажных домов построены в Термезе, 4 пятиэтажных дома в Шаргуне и 8 семиэтажных домов в Денау. В настоящее время компания строит еще 2 16-этажных дома в Денау, каждый по 96 квартир. На каждом этаже этих домов по 2 трехкомнатных и 4 двухкомнатных квартиры. Такие здания представляют собой монолитные железнобетонные конструкции. Каждая квартира будет полностью газифицирована. Будет и индивидуальная система отопления. Наружные стены здания облицованы базальтовыми минеральными плитами для поддержания умеренного климата в квартирах. В доме будут установлены 2 современных высокопроизводительных лифта. Всего в домах Махале-Лачин будет 834 квартиры. Из них 324 двухкомнатные и 506 трехкомнатные. В каждом 16-этажном доме по 96 квартир. Кроме того, строится дошкольная образовательная организация на 120 мест, швейный цех, торговый центр и комплекс бытового обслуживания. Словом, здесь будет возведен целый городок с современной инфраструктурой. 90% строительных работ уже завершились. Мы сейчас на стадии косметического ремонта. Работаем круглосуточно, чтобы не отставать от намеченного графика. В первую очередь обращаем внимание на качество выполняемых работ. В скором времени дома будут переданы их владельцам. Сегодня в Сурхандаринской области проживает более 2,7 миллиона человек. Из них 400 тысяч в Денауском районе, который является самым густонаселенным в регионе. Наряду со строительством жилья в районе ведется коренная модернизация центра. В частности, в Махале Нурли-Манзил возводится многоэтажные дома на 540 квартир. Также ведутся работы по расширению автомагистрали и строительству отдельных велосипедных и пешеходных дорожек. Одна из основных целей строительства жилищных комплексов – это покрыть спрос населения в жилье. На сегодняшний день для более чем 4000 граждан жилищный вопрос остается актуальным. Для нуждающихся семей по разным адресам строится 6 жилых комплексов. Уже пройдены все этапы – от тендеров до утверждения проектов. Исходя из спроса граждан, мы планируем построить еще 4 жилых комплекса на 120 квартир. В скором времени мы начнем реализацию данных проектов. Многоэтажные дома строятся и в других местностях Сурхандаринской области. Так, в текущем году, согласно новому порядку, планируется возвести 3989 домов.